Для Димы это первый серьезный конкурс. Идею рисунка обдумывал долго, а вот на воплощение, говорит, ушел один день. Как результат, первое место в муниципальном этапе краевого конкурса «Безопасный труд». По словам мальчика, серьезно заниматься рисованием он начал всего 2 года назад. Но Дима уже решил, что это станет его главным хобби на всю жизнь. Я нарисовал пожарных, потому что они это всегда приезжают, они никогда не медлят, они отвечают всегда «да» и помогают тушить огонь. Цель этого конкурса – привлечь внимание подрастающего поколения к важности безопасности труда. Более 300 работ было прислано на первый отборочный этап. Во втором участвовало 92 работы. Сегодня в школе искусств номер 2 чествовали победители муниципального отборочного тура. Возраст участников – от 5 до 15 лет. Очень отрадно, что в конкурсе «Выбираю безопасный труд» нашел отклик не только у детей, у педагогов. И сегодня у меня почетная миссия – наградить лучших из лучших, которые победили в различных номинациях. Все работы победителей отправились в Краснодар для дальнейшего участия уже в краевом этапе конкурса. Ника Постенес, Михаил Григорьев, Анапа регион.